Повышенная проходимость при сравнительно небольших габаритах. Вот главное преимущество новых машин, которые поступили в распоряжение Самарского лесничества. Один грузовик может перевозить до 3,5 тонн. Два других, более легкого класса, рассчитаны на 1,5 тонны. Они смогут доставлять оборудование для тушения лесных пожаров туда, где не проходят более тяжеловесные и крупногабаритные машины. Данная техника, она будет еще привлекаться для мероприятий по защите лесов от пожаров, так в нашем госзадании. Это при производстве именно работ по расширению лесных дорог, по реконструкции, так называемой, эксплуатации лесных дорог, по созданию противопожарных разрывов. То есть это машины-хозяйки, которые всегда нужны. Машины приобрели по программе сохранения лесов на средства национального проекта «Экология». Кроме того, удалось приобрести 17 новых бензопил, по одной на каждую станцию по тушению лесных пожаров, расположенных в зеленых зонах Самарского региона. В распоряжении сотрудников появилась и новая мобильная насосная станция высокого давления, чтобы подавать воду для тушения из ближайших водоемов. Поможет новое оборудование вести профилактическую работу по предостережению лесов от возможных возгораний. Данная техника будет принимать участие к называемым мероприятиям уборки неликвидной древесины в лесах. Цель данного мероприятия основная является снижение пожарной опасности в лесах. То есть та древесина, которая потеряла свои свойства качественные, ее утилизируют. В ближайшие дни автомобили поставят на учет, после чего они сразу заступят на боевое дежурство. Также до конца года Самарскому лесничеству закупят трактор и дополнительное оборудование. Таким образом, пожарно-химические лесные станции будут оснащены транспортом почти на 100%. Высоким будет и процент оснащенности оборудованием, что выше средних цифр по стране. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.